Конечно. Сегодня первый раз в своей жизни будет проповедовать студентка Духовной академии. За первый раз в жизни будет проповедовать студент на Духовной академии. Международной миссии. На международной миссии. Которая охватывает десятки стран. Която обхващает десятки държави. По всему миру. По целия свят. Слава Богу, что я имею честь преподавать периодически в этой академии. Слава на Богу, что вам честь да преподавам понякога в тази академия. И в феврале меня опять приглашают преподавать. Да преподавам. И вот студентка этой академии. И студентка на тази академия. Сегодня скажет слово. Несколько ты кажи свое слово. Она уже говорила свидетельство, но первая проповедь. Давайте поэтому поддержим ее. Первая проповедь. Даша Недорубова. Даша Недорубова. Спасибо. Благодаря. Вот с этой проповедью. Со стази проповедь. Я поступила в Духовную академию. Поступила в Духовную академию. В августе. През август. Тогда она была не настолько законченной, как она закончена сейчас. Тогава тази проповедь не была завершена, как то и сега. Эта проповедь очень сильно переплетается с моей жизнью. Тази проповедь доста се приплита с моей живот. Сегодняшняя тема называется «Простите родителей ваших». И днешната тема се нарича «Простете вашите родители». Я сначала начну с предыстории. Что започнем с предыстория. А там сами посмотрите. И после пак что разберете. Мой отец. Моя башта. Он родился где-то в 70-х. То есть родил през 70-те години. В семью с, пятью детьми. В семейство с 5 деца. Вот, где он был самый младший? То и бил наймалки, а там? Ну, понятное дело, 70-е, Россия. Не налезь, сегодня разбирать это твоя Россия, 70-е години. О какой любви может идти речь? За какова любовь можно става дума? И тогда детям не говорили «я люблю тебя», как сейчас говорят. Тогава на децата не са им казвали «аз ты обичам», как то сега вече казват хората. Ну и, соответственно, я как его ребенок. И аз като неговото дете. Также такого не слышала. Също не съм чувала това. 2012 год. 2012 година. Мои родители решили переехать в Болгарию. Мои родители са решили да се преместят в Болгария. И они начали потихоньку готовить документы. И започнаха да приготвят документите. И мы тогда за этот год с папой очень сблизились. И тогава тази година с баштами се сближихме доста. 2013 год. 2013 година. Мы переезжаем в Болгарию. Ние се преместваме в Болгария. Я так ждала этого события. И аз много очаквах това събитие. Но в чужой стране. Но в чужда държава. Всей нашей семье было очень трудно. На цялото ни семейство беше много трудно. С 2013 по 2015 год. От 2013 до 2015 година. Мне, соответственно, от 13 до 15. Аз съм от 13 до 15 годишна. Подростковый возраст. Това е тинейджерски години. Если честно, я не особо помню, что там происходило. Честно казвам, не все спомним, какво се случило тогава. Но я точно помню, как сильно я бунтовала против всего мира. Но аз се спомням, как се бунтувах срещу целия свят. И, соответственно, против папы тоже. И срещу баштами срещу. Мы вообще почти не разговаривали. Почти не си говорихме. А был год, когда мы вообще не разговаривали. Имаше одна година, когато въобще не си говорихме. 2016 год. 2016 година. Мои родители разводятся. Моите родители се разделят. Я делаю вид, что мне вообще все равно. И аз се правя, че на мен ми е все едно. Ну, тогда я так и думала. Но тогава си мислих, че не ми притесняло това. Мы виделись с ним каждую неделю. Не, если виждах мы с него всякая седмица. Вроде бы все нормально. Всичко беше наред. Но что-то не так ощущалось в сердце. Но сердцето ми нещо усещаше различно. Мы начали отдалечаться, видеться все реже. И започнахме да се удалечаваме и се виждахме все порядку. Дошло до того. И стигна до това. Что мы виделись два раза в год. Че се виждахме само два пъти на годината. На мой день рождения. На мой рожден ден. И на день рождения сестры. И на рожден ден на сестра ми. Этот период был два года. И този период продолжаваше две години. И если честно, вот тогда. И честно казано, тогава. Я начала принимать всю злость, обиду. Започнах да приемам цялата обида, ярост. Которую я скрывала годами в себе. Която скривах години в себе си. Отец вообще перестал быть как человек для меня. И спрях да възприемам баща ми като човек. В моей голове. В моята глава.
Он должен был сделать вот это, и это, и это. То и был должен направить ува, тва, унва. А дальше был огромный список того, что он мне должен, и, как родитель. И след твоему имаши гулям список, ува, как у родитель, как вот был должен направить за мен. Перескочим какое-то количество лет. Что примином няколко години. 7 января. 7 января. 2023 года. 2023 година. Ровно год назад. Точно прийти 2 година. Я покаялась в этой церкви. А все букаев в тази церкви. Вон на том самом месте. Там, на уново место. И приняла Иисуса Христа как своего спасителя. И приехал Иисус Христос как свой спаситель. К моменту покаяния. На момента на покаяние. Я уже пару месяцев ходила на молодежное собрание. Вече несколько месяцев посещавах молодежские собирания. И у нас разные темы поднимались. И говорихме на различные темы. В том числе и тема про отношения с родителями. И все, что имаше тема за отношения с родителями. Когда мы говорили на эту тему. И готу говорихме на тази тема. В тот момент я уже полгода как уверовала. Вон за момент вече минаха 6 месяцев, как-то повярвах. И я видела много-много чудес Бога в моей жизни. Вече тогава видях много чудеса в мой живот. Но никогда. Но никуда. Никогда я так в своей жизни. Но никуда в свой живот. Не спорила на такую тему, как отношения с родителями. Не сам спорила толкова силу, как-то на тему-то с отношения с родителями. Да, Рома, да ты не понимаешь, вот послушай. Рома, ты не разбираешь, чуй мы. Из пены у рта я доказывала. И много силно доказывах пред него. Что не прощу его. Че никого няма да прости баща си. Что он сам должен извиниться. Че той трябва да ми се извини. И я ничего ему не должна. И аз нищо не съм му должна. Однако за месяц до этого. Но един месяц преди това. В нашей церкви свидетельствовал один брат. Един брат и свидетельствовал в нашата църква. И у него были точно такие же взаимоотношения с отцом. И той имал подобные взаимоотношения с баща си. Но он говорил своему отцу. Но той и казвал на баща си. Каждый раз. Всякий пот. Что он его любит. Че той го обича. До того момента. До онзи момент. Когда не услышал этого в ответ. Когато вече той чул това в отговор от баща си. Я плакала. И аз тогава плаках. Я плакала и думала. И си мислих. Хочу так же. Искам по същия начин да ми се случи. И наконец-то. И най-накрая. Я начала молиться. Започнах да се моля. Чтобы Господь дал мне сил простить отца. Господ да ми даде сили да прости баща си. Ведь как бы я ни упиралась. И колкото да се противих. В Библии. В Библията. Есть ответы на все. Има отговори на всичко. И все, что там говорится про взаимоотношения с родителями, с отцами. И всичко, което казва за отношения с родителите, с бащите. Там их нужно прощать, трябва да почитать, да ги любить. Прощаваме, да ги почитаме, да ги обичаме. Сейчас мы откроем пару мест Писания. Что отворим няколко места от Библията. Откройте, пожалуйста, вашу Библию. Отворете вашата Библия. Колосянам. Послание към Колосяни. Третья глава. Третья глава. 20 стих. 20 стих. На проекторе можно смотреть перевод на болгарском. На проекторе има перевод на болгарском. Там говорится: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Дальше мы откроем следующее место Писания. Что творим следующее место от Библии? Это книга пророка Малахии. Твоя книга от пророка Малахия. Четвертая глава. Четвертая глава. С 5 по 6 стих. От 5 до 6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Ну, вы понимаете, о чем тут говорится, да? Сегодня разберете, за кого говорит. Нету что-то тут про ненависть, про злобу. Няма ничто за угроза. Не видим, да? Ничто не видим такого. Переходим дальше. И вытеваем кому следует, что мягко. Также Колосяне. Третья глава. Колосяне, третья глава. С 14 по 15 стих. От 14 до 15 стих. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». А как нам? И как не? Облечься в любовь. Можем да соблечем во в любовь-то. Если наши сердца. Ако нашите сердца. Полны злобы, ненависти. Исполнение со злоба, омраза. Обиды. Убида. 15 стих. 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».
А как нам? Как мне? Жить в мире и спокойствии. Можем доживем в мире и спокойствии. Как быть дружелюбными? Как да сме дружелюбни? Если мы не можем простить? Ако не можем да простим? Наших родных людей. Нашите родни хора. Откроем стих чуть пораньше. Колоссянам 3 глава 13 стих. Колоссяне 3 глава 13 стих. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Христос простил нам все наши грехи. Христос мне простил всички тени грехове. И искупил их своей драгоценной кровью. И искупил со своей скапуценной кров. Разве я? Разве вы? Не можете найти капельку прощения в своем сердце? И не можете ли вы да намерите капка прощения в своем сердце? А я лично не могу дать шанс отцу? Лично аз, дали не могу дать шанс на баштаси? Я молилась. Аз се молих. Друзья молились. Мои приятели са се молили. Кажется, они молились намного больше, чем Может я. Может быть, те са се молили още повече от мен. И спустя пару недель? И минали са няколко седмици. Вот как раз после этой молодежки. След онова младежко събиране. И папа нас позвал вместе с сестрой в ресторан. И баща ни е поканил заедно со сестрами поканили в ресторан. И я подумала, ну, что там такого может быть? И я помыслила, ами, ничто необыкновенно. И я, ну, мы пошли. И не уйдухме. Мы отлично провели время. Много добре прекарахме времето с него. Я рассказала отцу, как я уверовала. Аз рассказах на баща си, как повярвах. Вот, он сначала испугался. Началото той се изплаши. Спросил, они сектанты ли они? Той ме пита, ты не са ли сектанти? А я ему все рассказала? Аз му разказах всичко. Как у нас все проходит? Как всичко минава при нас. А он такой, о, круто. И той казал, това е яко. Хочу как-нибудь к вам прийти. И искам някой път да дойда при вас. И отметил? И той отбелязал. Что я очень сильно изменилась благодаря церкви. Че аз много се променил благодарение на църквата. Самое главное, что тогда произошло? Най-важното, което се е случило тогава. Это в конце? В края. Когда мы прощались? Когато се прощавахме. Я решила последовать примеру брата из церкви. Реших да последвам примера от брата в църквата ни. И сказала отцу. И казах на баща си. От имени себя и сестры. От името на себе си и сестрами. Мы тебя любим. Не те обичаме. В первый раз. За първи път. За всю свою жизнь. През целия ми живот. Я услышала. Аз чух. И я вас тоже. И аз ви също. Я вами очень горжусь. И много се гордея с вас. И вы очень крутые. Вие сте много яки. Ну, понятно, что дальше было. Я расплакалась. И, нали, сигурно разберете, аз после се разплаках. Никогда в жизни я не могла ожидать такого. И в живота си не очаквах това да ми се случи. Как я уже сказала. И както ви казах. Эта проповедь написана в августе. Тази проповедь я написах през август. С ней я поступила. С ней я поступих в академията. А сейчас... Тогда в конце проповеди. Тогава в края на проповедь. Я написала. Аз написах. Надеюсь, что все-таки папа придет. Надявамся, баща ми да дойде. А сегодня я могу сказать. И днеска мога да кажа. Что у нас такие взаимоотношения с отцом. Имаме такива взаимоотношения с баща си. Которых у нас никогда не было. Които никога не сме имали. А я очень счастлива. И аз съм много щастлива. Мой отец приходил на Рождество. Мой баща я душил тук на църква през Рождество. Ему очень сильно понравилось. Много му хареса. И кто бы знал. И кой могу да знает. Ну, понятное дело, Господь все знает. Сигурно, Господь всичко знает. И мы видим, как он работает, какие чудеса он творит. Ние виждаме как той работи, какви чудеса извършва. Я верю, что Бог. Вярвам, че Бог. Может изменить может жизнь каждого из нас. Да промени живота на всеки един от нас. Может поменять любое сердце. Может да промени всякакво сърце. Самое твердое, каменное. Най-твърдо, каменно сърце. Я верю, что Господь слышит наши нужды. И вярвам, че Господь чува нашите нужды. Наши молитвы. Нашите молитви. И готов на них отвечать. И той готов да отговаря на тях. Когда сердце открыто для веры. Когато сърцето е открыто за вяра. Спасибо, что вы слушали мою проповедь. Благодаря, че изслушахте моята проповедь. И сейчас я хочу попросить всех закрыть глаза. Сега искам всички да затворят очите си. Давайте помолимся с вами. И нека да се помолим с вас. Если у каждого. Ако при някой един от вас. Есть какая-то обида.
има някаква обида. Какая-то злость. Някаква злоба. Какая-то ненависть. Някаква омраза. По отношению к родителям. По отношению к родителите си. Даже к одному из них. Дори към един от тях. Боже мой, Господь, молю Тебя, Боже. Боже мой, Господи, Ты моля. Молю Тебя, Боже, работай с нашими сердцами. Моля Ты, да работаешь с нашими сердцами. Работай сердцами наших родителей, Боже. Работи со сердцами наших родителей. Господь, молю Тебя. Господи, Ты моля. Смягчай наши сердца. Нека направи сердцата ни меки. Принижай нашу гордость. Намалявай нашата гордост. Пусть каждый из нас, Боже, пойдет. И нека всеки един от нас да отиде. И скажет своим родителям. И да каже на своите родители. Я люблю тебя. Аз те обичам. Все начинается с нас. Всичко започва от нас. Мой Господь, спасибо за те чудеса, которые Ты творишь в нашей жизни. Мой Господь, благодаря Ти за чудеса, които извършваш в нашите животи. Исцели наши сердца. Исцели нашите сърца. От боли и обиды. От болка и обида. Даже если какая-то капля есть. Дори ако има някаква капка. Господь, избавь нас от нее. Примахни всичко от нас. Избавь нас от всего плохого, Боже. Примахни всичко лошего в нас. От любой ненависти, Господь. От всякого омраза. Ты Господь любви. Ти си Господь на любовта. Так дай каждому из нас. Дай ни на всеки един от нас. Сил, Господь, проявлять эту любовь. Да проявяваме тази любов. В этот мир. В този свят. По отношению к нашим родителям. По отношению к нашим родителям. По отношению к нашим близким. По отношению к нашим близким. Господь мой, спасибо Тебе за все. Господь, благодаря Тебе за всичко. Мы молились с любовью и благодарностью. Ние се молихме с любов и благодарност. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. В имя Иисус Христос, нашия Господ. И Божья Церковь скажет. И Божья Церковь скажет. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Аминь. Спасибо, Дарья. Благодаря на Дарью. С прекрасным почином тебя. Верю в то, что из тебя получится очень благословенный служитель после окончания академии. Верим, че ще станеш благословенный служитель след края на академията. И дай Бог, чтобы ты исполнил великую миссию на этой земле, да свое предназначение, Господи. Великая миссия и предназначение на этой земле. Слава Богу. Слава на Бога. У меня сегодня слово перед причастием. Несколько имам слово преди причастия. Ну, я попрошу, да.